Всем привет! И сейчас я покажу, как вызвать Фредбера. Ну, у меня тут листок немного помялся. Не знаю, но я мятый нашел так. Ладно. Вот что нам для этого понадобится? Понадобится листок. Вот он. Пишем карандашом Фредбер. Вот здесь еще внизу It's me. А me должно быть вот такой вот штрихом и жирными буквами. А тут римскую цифру 5 пишем. И теперь говорим: Фредбер, приди. Фредбер, приди. Фредбер, приди. Теперь уходим куда-нибудь. Я опять на штатив поставлю. Вот все, я установил. Так. Ну все, я пошел. Сейчас быстро сниму. Вот, смотрите. Смотрите, листок валяется. Вот и он еще сильнее помят. Что? Что? Ладно, все. Вот это валяется. И прямо рядом с листком, главное. Ну что, мне вселиться вот в эту... Ну вот в этого вот лося игрушечного, что ли. Вы видели... Вы видели, он шевелился. Вот он. Вот он. Что? Вроде ничего так не упало еще. Ну да, вроде... А, еще вот эти вот листки валяются. Вы видите? Да ну... Да ну... Ну, с листком что было? Это жестко, я думаю. Ну, на камере все получилось, может быть. Прямо около меня. Тот пенал. Да ну. Вроде ничего не упало. Так. А, она была там. Она же здесь была-то. Тетрадь. Стойте. Фиолетовой той штуки нету. Вот она. Вот она. Так, все. Чтобы он ничего не кидал, надо листок найти. Где?
Куда я его положил вообще? Я так и забыл. Или Фредбер его спрятал. Сейчас я быстро на паузу поставлю. Так, все, вот он листок. Все, нашел. Быстрее. Фредбер, уйди. Фредбер, уйди. Фредбер, уйди. Уйди, уйди. Все, все. Ладно, всем пока и удачи.